Ми, українські рятувальники, звертаємось до рятувальників з Республіки Білорусь. 24 февраля Путін розв'язав кровавую війну, начав віроломне вторження на територію суверенної України. Четвертые сутки український народ мужественно защищает свою землю и дает отпор агресору. Часть вражеских формирований ворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через Украино-Белорусскую границу. С территории Белоруссии к нам едут танки, наносятся артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Десант и бомбардировщики используют ваши аэропорты для атаки на нашу страну. Украина сдерживает агрессию двух государств – России и Белоруссии. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят. Не будьте безразличны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему правительству и телеканалам. Украина никогда не была врагом. Подайте голос протеста, как это сегодня делает весь цивилизованный мир. Не запятнайте себя бесчестием. Ведь пожарные, спасатели, люди мужественные и благородные. Проявите свое мужество сейчас. Скажите свое слово против этой войны. Украина была, есть и будет, а ее враги сгинут, как роса на солнце. Слава Украине! Героям слава!